Вечером 26 декабря в микрорайоне Чкаловске прошли траурные мероприятия, посвященные памяти погибших в авиакатастрофе над Черным морем жителей Щелковского района. Весь вечер ко дворцу имени Чкалова и Вечному огню несли цветы и зажигали свечи в память 11 военных летчиков и тележурналиста. Старожилы говорили, что не помнят на этом месте за долгие годы такого числа людей. Бывшие сослуживцы погибших уверены, что ошибка пилотирования не может быть причиной трагедии. Я сам много прослужил там и знаю, что там дилетантов нет. То есть они мастера своего дела. Они делали честно свою работу. Вот так вот. Честно и добросовестно. А уж как получилось, так вот получилось. Что отличает вообще военнослужащих этого соединения и частей этих соединений? То, что они высокопрофессионально всегда были подготовлены. Ну, накладывает отпечаток именно тот факт, что они возят высший командный состав Министерства обороны. Поэтому подготовка всегда на очень высоком уровне. В 20:00 у памятника погибшим авиаторам состоялся траурный митинг. Мероприятие было организовано во многом благодаря социальным сетям. На призыв прийти почтить память жертв катастрофы откликнулись сотни людей. 12 человек из Щелковского района ушли, исполняя свой служебный долг. Это офицеры. Это молодой парень, корреспондент, который учился в третьей школе. Но достойные сыны своей родины должны оставаться в нашей памяти. В памяти навечно. И поэтому сегодня здесь, у Вечного огня, который горит как символ памяти о всех, кто ушел во фронтах, кто ушел в мирной жизни, мы как частичку возложим цветы и зажжем свечи. И, конечно, в трудную минуту очень важно поддержать родных и близких тех, кто безвременно ушел из жизни. Мы потеряли одних из лучших людей, одних из лучших офицеров, профессионалов. Поэтому будем делить боль на всех и делать все возможное, чтобы помочь семьям, поддержать. У них нелегкие времена наступают, поэтому мы должны быть рядом. Царство небесное, место покойное. Но вот эта трагедия еще раз подчеркнула, те люди, которые пришли сюда, тоже подчеркивают то, что мы все вместе. И вместе эту боль преодолеем. А в 9 часов вечера во многих окнах жилых домов зажглись символические свечи памяти в знак скорби о наших погибших земляках. Сергей Дадыко, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».